Всем привет, друзья! С вами снова Евгений, и мы снова продолжаем тему выживания. На этот раз у нас такая замечательная игрушка Better Lay the Dead. Я ничего не буду говорить об эту игру, мы просто с вами минут 10-15 поиграем, а вы потом в комментариях пишите сами свое мнение. Я абсолютно ничего не буду говорить про игру, мы просто будем играть, я просто буду комментировать происходящее. Погнали! Ну, продолжить мы не можем, конечно, потому что я как бы не играл. Мы начнем новую игру. Игра загружена на 1%. Игра загружена на 9%. И сразу сотня. Пропустить. У нас, видимо, здесь там должен был быть какой-то ролик, но ролика нет. Поэтому мы поиграем. Так, что у нас здесь? У нас здесь какая-то ракушка. У нас тут какая-то вонючка. Записки сказано: я построил костер, который согревает меня и дает мне готовить мясо. Это делается путем объединения деревянная ручка плюс деревянная палка, подготовленные листья, галстук. У нас пошел дождь. Так, это мы возьмем. Возьмем. А хотите, я вам прикол покажу? Смотрите. Сейчас, секунду. Да ё-моё, ну блин, ну... Сейчас. Да блин, ну как-то же я это делал. Сейчас, секунду, сейчас все будет, пацаны, сейчас все будет. Во-во-во-во-во, ну-ну-ну-ну-ну. Как там было? Пиздец просто. Ладно. Это такой лайфхак. Это у нас типа выживалка. Трусим дерево. Трусим дерево. У нас что-то должно упасть. О, да, упало, смотрите. Листик. Листик упал. И что-то там еще упало. Блядь, дождь задолбал. Давайте тише сюда. Во. А то что-то думаю как-то громковато. Не знаю, честно говоря, сам себя не слышу. Разные игры по-разному звучат. Так, трусим, трусим, трусим. Еще раз трусим. Видите, чтобы дерево тряслось? Нет? По-моему, нет. О, еще попадали листики. По-моему, это упал коконат. Так, таб у нас режим восприятия. Кто режим восприятия? Так, ладно. И у нас открывается инвентарь. Крафт. У нас нет с собой вообще ничего. Так, а яблоко можно? Нет, не крафт, инвентарь. Экипировать, ну кобздец, а просто выпить нет. Ладно, единица. Единица. А идти пить нет, никак, нельзя. О, можно сделать вот так. Блин, нельзя. Я что-то думал, выбросить можно. Ладно, пойдемте куда-нибудь хоть сбегаем. Посмотрим, хоть что тут есть. Трясти деревья я больше не хочу. Надоело. Так, а что у нас за версия игры вообще? 0.11. О, это сильно. Ой, какую-то хибарку вижу. Может, там что найдем хоть помыть. Автомат Калашникова. Или на худой конец СВД.
Или... О, колонка есть. О, клёво. Можно воды набрать. Ну, нормально так. Вода набирается. Так, что тут у нас имеется? О, ящик какой-то. Ключи. Key Basic. Базовые ключи. Либо ключи от базы. Тряпка. Что-то у нас еще есть. Табуретки. Какая-то записка. Дорогой дневник, я потерял тебя, я взял клочки бумаги, чтобы написать. Я ел манго целый месяц. Думаю, это как насильственный сок диеты. Я искал этот остров, а другой маленький. Я не знаю, что рекламный щит является рекламной. КЛ-1. Если вы знаете, что это значит, пожалуйста, напишите здесь, я оставлю бумагу. Блин, легкая наркомания какая-то. Я не знаю, что это. Я вообще не понимаю, о чем речь. Так, что у нас тут? А что чувака плющит как-то? Чего, блин, когда камеру вниз опускаю, какое-то все размазанное становится. Блин, и внезапно что-то день наступил. Блин, а графика классная такая. Что это там такое? Птица? На месте? Ну, графика классная. Это, наверное, сарказм был, в принципе, если кто-то оценил графическую составляющую игры. Это, конечно, хорошо, но я пока что... А, ну да, мы же договорились, что я не буду ничего комментировать по игре, я буду просто играть. Так, вот, мы что-то нашли. Что тут у нас? Доски, доски, доски. Так, какой-то ящик вижу. Что у нас в ящике? Флянец. Мы нашли флянец. О, еще турпенди лежат. Я удивляюсь, как они умерли, этот запах. Фу. Я не хочу открывать это. Почему каждый раз записки какие-то появляются? Вот, тряпку нашли. Кстати, мухи жужжат, а мух-то самих нет. Ёб твою мать, тебя паучок укусил! Ладно. Я не комментирую игру, я просто играю. Вообще странное что-то. Блин, палки. Где мне палки? Как мне палки добыть? Бить я не могу ничего. То есть мне надо, по сути дела, найти что-то, чем можно бить. Не знаю, какой-то топор, может, ножик. Карты здесь, видимо... Да, карты здесь нет. Ой, блядь! Ёпта, блядь! Fucking bitch! Ёб твою мать, блядь! Побежал! Дебил, побежал! Главное, мен. Ну ладно, хорошо. Прекращена работа программы. В общем, ребята, напишите мне, пожалуйста, комментарии, что вы думаете об этой игре. Мне очень интересно вообще вот ваше мнение. Я видел ролики по поводу того, что здесь можно крафтить там что-то банально, типа палка-палка-копалка, камень бить, крутить, заматывать и так далее. Но я не знаю, в принципе, что вообще сказать об этой игре. Вот реально не знаю. Это вообще игра? Это, в принципе, вообще можно в это играть? Нужно вообще в это играть? Напишите мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А вообще, это такой коротенький ролик своего рода стёб над этой игрой, потому что я вообще не понял, что это было. Я сейчас как бы немножко в 2016, а в то же время я как-то переместился в какой-то, мать его, 2007. Даже и то раньше. В общем... Делитесь комментарии по этому поводу. Может, я что-то недопонял, что-то не вкурил. Может, это была такая убогая заставка, а дальше игра будет просто шедевральная. В общем, спасибо вам, друзья, что смотрели. Не забывайте подписываться и ставить лайки. С вами был Евгеныч. Всем спасибо
и пока.